Существуют стратегии, которые действительно могут дать нам то, что мы ищем. К сожалению, вот две этих крайние стратегии, где-то такой очень, как бы сказать, как этот ритуализированный такой, да, подход, где есть четкие какие-то вешки, по которым человек идет и пытается себя структурировать. Вот. Это, к сожалению, не то время сейчас, когда мы можем рассчитывать на то, что нам заложили, как бы, то, что мы же все выполняем определенную программу. Я как-то в какой-то момент своей жизни с удивлением обнаружил, что я по большому счету просто вот там первые 10 лет, как бы, после 20, вот, я занимался тем, что я реализовывал просто программу, которая в меня вложила эта культура, воспитание, какие-то общие ориентиры, которые нам были даны там, и так далее. И у меня было в тот момент такое странное ощущение, что я все сделал правильно, но это было не то, что надо было делать. И это, конечно, очень важно осознать, если вы вот традиционалист такой. Я сам как бы хорошо отношусь к традиционалистам, потому что я сам центрист, нам всем важно, чтобы было все все правильно, все продумано, все вот откуда-то это и так далее. Вот. Но, к сожалению, мы живем не свою жизнь.